Так, видно луну, я надеюсь. Вот справа два листика колышутся. Рядом с ними такое серповидное. Ну, надеюсь, что видно. Так, по поводу чего сыр-бор. Во-первых, мне говорили, как это луна и солнце, земля плоская, говорит, видите? Видно и солнце, и луну, и серп луны, это помидор. Виден, земля отбрасывает тень. Говорит, как это может быть? Это не земля отбрасывает тень, и получается серп. Это просто, вот если помидор это луна, а мы как телефон это земля, вот вокруг нас вращается луна и меняется вот затемнение ближе к моему пузу сейчас. Бах. Дальше смотрим, перемещается тень, видно как. Никто я своей плоской головой, плоской землей не закрываю, блин, не навожу никакую тень на плетение. Вот сейчас будет затмение, вот это вот затмение лунное. Когда у меня солнце за спиной, а земля отбрасывает свою тень на луну. Я на помидор. Понятно? Сейчас вот у нас моя тень земли не попадает на помидор этот. Но это просто освещенный, получается, солнцем один участок помидора, лунный, а второй не освещенный. Это же очевидные, по-моему, вещи. Не знаю, меня просто это взбесило, честно говоря. Ну, так. Это темный, никакая тень на него не падает. Он просто не в ту сторону солнца. Солнце. А вот сейчас мы можем и темную сторону Луны видеть, и серпик Луны. Чем в сторону солнца, тем этот серпик уже становится. Сейчас вот убывающая луна, серпик совсем маленький. Плоская земля. Плоские мозги.